Здравствуйте, сегодня у нас пришла посылка с сотовым телефоном Samsung Galaxy S4. Оригинальная подделка, один к одному, стоит $202. Заказана была с AliExpress, из Китая. Сейчас будем ее открывать. Она, видите, немножко пострадала, помяли. Ну, посмотрим, что у нас внутри. Что нам прислали. Сейчас мы ее откроем. Запаковано хорошо. Так, что у нас там? Я надеюсь, телефон там не пострадал. Аккуратненько скроем, смотрим, что. Так, достаем. О, подарки уже, видать, подарки. Так, чехолчик такой. Samsung написано. Вот, как это отклеивается. Вот эта штучка. А, не отклеивается. А, вот это отклеивается сверху, а там стеклышко остается. Если вам видать стекло. Так, ну потом я в обзоре сниму, поставлю. Ее, так, что у нас телефон? Samsung. А, Samsung заклеено. Galaxy S4. Видите, вам видать? Оригинальная упаковка. Все названия заклеены. Сейчас мы ее откроем. Пострадала у нас надпись. Ну и бог с ним. Так, ну. Black. Черненький. Кто у нас здесь? Так, это. Это потом разберемся, что нам здесь написали. Так, вот сам телефон. Тут тоже все названия заклеены. У них какая-то заклеивают. Так, что у нас в коробке? Так, инструкция на английском. Защитная пленка. Наушники, зарядник, провод микро USB на USB и две батарейки. Так, батарейки у нас на 3000 мАч. Так, ну все, до свидания, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пальцы вверх. Следующая будет обзор телефона. Пока-пока.